Инновационные идеи ивановских школьников в областном центре развития доп. Образования впервые прошел региональный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы». 28 ребят из 6 муниципалитетов представили свои научные проекты по 5 направлениям. Самыми популярными оказались номинации «Умный город», то есть это исследования, связанные с различными приборами, с улучшением состояния среды, то есть действительно то, что помогает человеку как-то вот облегчить жизнь, возможно, ее как-то модифицировать. И номинация «Большие данные», «Искусственный интеллект», «Финансовые технологии», «Кибербезопасность», то есть вот здесь действительно больше всех работ. «Большие вызовы» – это проект сочинского образовательного центра «Сириус». Примечательно, что работы участников оценивают сразу две экспертные комиссии. Первая находится непосредственно в зале. Специалисты вживую задают вопросы докладчикам. Кроме того, за процессом по видеосвязи следят педагоги из Сочи. Чтобы оценить проект максимально объективно, на следующем этапе с работами ознакомятся судьи из других регионов. Один из перспективных ивановских проектов связан с модификацией полимеров. Полимеры используются в основном в текстильной, текстильной промышленности, медицине, также в компьютерах. И основное назначение моей работы – это изменение поверхностных свойств, то есть это изменение рельефа. Чем больше шероховатость поверхности, тем лучше, например, принимает организм человека изделия из таких материалов. Также ивановские школьники участвуют в заочном этапе конкурса, представляют свои разработки по направлению космические технологии. Лучшие получат путевку на профильную смену в центр «Сириус» в июле этого года. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.